Когда тетя Доминго сказала мне, что у меня будет двоюродный брат, то я был очень рад. Ведь теперь я не буду играть один. Сальвадор Кабаньес ведет мяч, он вот-вот забьет гол. Чтобы стать чемпионом, он направляется к воротам, чтобы забить гол. Луис, сынок, ты можешь посидеть спокойно? Здесь не место для игры. Ладно. Мне хотелось, чтобы он быстрее вырос. Я уже начал играть с ним. Родильное отделение. Мне даже кажется, что он должен меня слушаться. Ведь я появился намного раньше и был так счастлив при рождении, что даже не плакал. Привет, тетя. Давай, бей, бей. Так, так, пасуй ему, пасуй. Пасуй. Ну, давай, отдавай. Нет, пасуй. Беги, Рокки. Ты знаешь, Рокки Санта-Крус сыграл больше 500 матчей за всю свою карьеру. А более того, забил более 100 голов. 100 голов. Ух ты! Какой молодец, Рокки. Давай, бей по воротам. Так, хорошо, хорошо. А ты знаешь Нельсона Хайда? Рокки Неро Серо. Конечно. Смотри, как он играет. Ну, бей же, Рокки. Хорошо. Бей, бей. Хорошо. Пасуй ему, пасуй. Хорошо сыграл. Ух, ты видел, как он его накрыл? Зачем ты бьешь с такого расстояния? Ведь знаешь, что не долетит. Да, слишком далеко бить оттуда. Давай, беги, беги. Беги, давай, давай. Да бей же, бей. Гол, гол. Гол, гол, гол! Зачем поднимать такой шум, смотря матч? Боже мой, идите кушать, обед накрыт. Луис, прошу тебя, сделай одолжение. Знаю, что Матео любит футбол и все по этой теме, но, пожалуйста, поищи, чем другим можно заняться с ним в свое свободное время. Ты знаешь, что твой кузен не может. Что за вздор, тетя? Только не футбол, Луис, пожалуйста. Да. Луис, мне уже пора собираться. Поручаю тебе полдник. Молоко в холодильнике. И, пожалуйста, полдник в 4 часа. Хорошо, тетя. Давай, смотри. Сукин сын. Ты дрался с карточками? Ха, они всего лишь помялись. Давай, 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 давай. Бей. Отдай мой телефон, сынок. Сынок, мой телефон. Отдай, мне надо идти. Что ты там смотришь? Матч голландской сборной на Мундиале, 1974 год. А почему не смотришь свои мультики? Не знаю. Ладно, я пошла. Веди себя хорошо. Чао. Я самая красивая черепашка в этой стране.
Луис, подойди на минутку. Что случилось, тетя? Я всегда закрываю окно у Матео, а когда возвращаюсь, нахожу его полуоткрытым. Но его нельзя так оставлять. Понимаешь? Хорошо, тетя. Ладно, я пошла. Поспите сиесту и не забудь, о чем я тебе сегодня просила. Ух ты! Как хорошо играют команды Серро и Олимпия. Иногда я вот о чем спрашиваю себя. Откуда они умеют так хорошо играть? Например, в моем турнире мои товарищи не умеют играть. И это возможно потому, что они не думают, когда играют. Что значит думать? Вести мяч и забивать голы. Вот что надо делать. А вот как Рокки. Но прежде ты должен подумать, чтобы выиграть. Подай мне несколько стаканчиков оттуда. Для чего? Ну, принеси. Тот стаканчик тоже. А теперь расположи их в два ряда. В два ряда. Есть система, в которой любой из игроков, когда передвигается, то его товарищ по команде прикрывает его место. В таком случае всегда есть система, когда любой из игроков может быть центральным полузащитником, нападающим или защитником. Прекрасно. Иду. Здравствуй, тетя, надо говорить. Луис, ты сегодня раньше пришел. Эй, ты не знаешь, что со мной случилось? Что случилось? Мы выиграли, Матео. Выиграли. Мы сделали так, как ты мне говорил в тот раз. И выиграли. Кто играл? Мы играли. Нико, Фабри, Серджио, Маури. Мы играли против 7-го класса. Время от времени Нико появляется в центре. Бьет головой, бьет через себя. Вратарь в падении пытается отбить мяч. Столкновение между игроками противника, борющихся за мяч. Появляется Луис. Гол! Ты бил в падении через себя? Да, упал точно так же. Ты знаешь, что такое? На следующей неделе у нас игра против чемпионов прошлого года. Этот точно мы проиграем. Постой. А если ты поможешь нам? Как? Если я не могу выйти из дома? Ты должен нам объяснить стратегию и все прочее. Ты же умеешь хорошо думать. Хочешь быть нашим тренером? Кажется, не хочешь. Ты хочешь сказать, что если я тренер, то заработаю много денег, и моей маме не нужно будет работать. Да, если станешь знаменитым и все прочее,
Тогда да, я согласен. С этого момента будем выигрывать все матчи. Дочка, мы идем? У меня этого много. Понимаешь, у нее типичные заскоки с детства. Успокойся. Их ребенок родился нездоровым, не сможет ходить. Поэтому с ней происходит что-то. Правда? 55. Как жаль, что есть люди, думающие, как ты. Эти дети хотя бы не делают мерзости. Ха, что это с ней? Караул. Потом он становится на твое место, чтобы защищать. Далеко от тебя, правда? Да. А другой находится здесь. А этот, ты знаешь, зачем он перемещается на твое место? Чтобы защищать? Ай, тетя идет. Спрячь. Привет. Как дела? Хорошо. Я принесла рыбу. Чем вы занимаетесь? Мы рисуем, и ничего более. Рисуете? Это хорошее занятие. Ну-ка. Луис, что это такое? Я же говорила с тобой, ведь так? Сказала тебе, что и как. Я объясняю Луису стратегию игры, чтобы они выиграли турнир. Он попросил меня быть их тренером. Тренером? Ты серьезно? О чем это мы говорим сейчас, Луис? Дело в том, тетя, Матео очень хорошо разбирается в футболе. Он поедет с нами и поможет нам выиграть. Поедет? Он никуда не поедет без моего разрешения, ты понял? А такого разрешения я никогда не дам. И уберите все это со стола. Живее. Не знаю, как еще говорить с тобой, Луис. Я же очень тебя просила. Отвези Матео в его комнату, пожалуйста. Давай тренироваться. Тренироваться? Как? Ты ведь наш тренер, и поэтому должен тренировать. Но мама не хочет. Как мы все это будем делать, если она не позволяет мне выходить? Мы будем тренироваться, пока тетя нет дома. Но я хочу тоже видеть, как играют. Я знаю, игра состоится после обеда. Мы сможем поехать и вернуться раньше, чем придет тетя. А если она нас застукает? Ну и пусть. Хорошо, но ты должен будешь делать все, что я тебе скажу. Понял? Хорошо. Привези мою коляску. А там, единственное, о чем мы думали, это об игре. Играть и выиграть этот матч. Я всегда слышал, что такие люди, как мой кузен Матео, особенные. Матео был очень умный. Он знал о футболе больше, чем те, которые говорят по телевизору. И даже иногда мне хотелось быть таким, как он.
Луис, ты можешь идти домой. Сегодня я останусь с Матео. Что? Иди и все. И желаю вам победить. Эй, что будем делать? Что? Что делать? Ведь мама не позволяет мне выходить. Ну, конечно, ты можешь. Иди и играй. Мы уже достаточно потренировались, и вы выиграете. Я же говорил тебе, Матео, как мы выиграем без нашего тренера? А еще вот что. Подойдите сюда. Нико, дай мне. Ой, там, где написано «тренер», мое имя. Да, видишь? Уже знаю. У меня есть идея. Команда вперед! Команда вперед! Давай, команда! Давай, давай! Матео? 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 Матео, сынок. Хорошо играли, ребята. Мы победили! Мы победили! Большое спасибо, ребята, за чемпионат. Вы заслужили этот трофей. И он ваш. Матео! Матео! Матео!
Матео, сынок, тебе действительно нравится быть тренером? Да. Я не хочу, чтобы вы тренировались в доме. Тренируйтесь здесь, на поле. Хорошо? Идите фотографироваться, ребята. Идите, фотографируйтесь. Вначале казалось, что самым важным было выиграть чемпионат. Однако я понял, что на самом деле важным было то, что мы были счастливы, как никогда. А моя тетя Доминго на самом деле совсем другая. Думаю, она поняла, что несмотря ни на что, Матео был чемпионом наравне с нами. Мой двоюродный брат Матео. Матео Себастьян Легесамон Рамирес. Луис Фабрицио Льорет. Доминго Нелли Ракель Давалос. Cada día un desafío, cada camino siempre es el mismo y vas a ver. Todo va a estar bien. Режиссер София Вилагра. Производство Парагвай, 2019 год. Фильм озвучил Александр Водяной.